В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства вуза с делегацией Республики Казахстан во главе с политическим и общественным деятелем Муратом Ауэзовым. Сотрудники университета провели гостям экскурсию по музею истории, который насчитывает более 1500 экспонатов. Основной раздел посвящен науке, знаменитым выпускникам и участию университета в общественной и политической жизни страны. Сама встреча началась с приветственных слов и представления участников делегации. К нам приехал сын Мухтара Ауэзова, Мурат Мухтарович Ауэзов, президент фонда имени Мухтара Ауэзова. Об этом человеке, о нашем госте, можно очень долго и много говорить. Мероприятие посвящено двум событиям – презентации перевода на татарский язык произведений известного казахского писателя Мухтара Ауэзова и приезда его сына в качестве главы делегации. Начиная с 2007 года, Мурат Ауэзов является президентом фонда отца. На встрече он говорил об истории своей семьи и затронул тему сохранения памяти. Серьезный фактор – то место, где родились твои родители, здесь, вот, недалеко от Казани, на территории Пермской губернии в свое время получили место для проживания сподвижники Шамиля. Основной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ. Казанский федеральный университет уже длительное время успешно сотрудничает с Республикой Казахстан в сфере образования. Совместная деятельность предусматривает общие научные проекты, студенческий обмен, а также обмен аспирантами и молодыми учеными. На начало 2022-2023 учебного года в КФУ обучаются более 500 студентов из Казахстана. Ева Малиновская, Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. We'll be right back.